Электропоезд «Добра» сегодня вышел в рейс с Барнаульского вокзала. Акцию впервые проводят волонтеры РЖД в честь Всемирного дня доброты, который отмечают сегодня, 13 ноября. Что для вас означает слово «добро»? Ну, не знаю, наверное, любовь, близких не обижать, чтобы все были счастливы и довольны. Так волонтеры-железнодорожники узнают у пассажиров тематической электрички, верят ли они в добро. Кроме того, в самом здании Барнаульского вокзала открылась небольшая выставка рисунков воспитанников железнодорожных детских садов. Дети попытались рассказать, что такое доброта в их понимании. Вместе с этим волонтеры провели небольшой мастер-класс по созданию игрушек – символов добра для всех, ожидающих свой рейс. Всем участникам раздали сувенирные магниты. В этом жестоком мире все равно как-то очень много ожесточенных людей, обиженных чем-то. Ну, это мы маленько внесем радость своим позитивом, подарками, веселым настроением.